Ну а погодные условия в Чувашии по-прежнему неблагоприятны. Из-за ледяного дождя в Чебоксарах принято решение отменить 25 декабря занятия в школах. Ледяная корка образовалась на дорогах, тротуарах, контактной сети транспорта. Вот такая картина наблюдалась сегодня на Марпасадском шоссе в Чебоксарах. Работу транспорта столичная администрация держит на контроле. Не выдерживают веса наледи и деревья. Жителям не рекомендуют ставить автомобили рядом с кронами. Еще одно явление, совсем не характерное для зимы – радуга. Ее сегодня наблюдали жители Цивильского и Мариинско-Посадского районов. Резко возросло и число аварий. Только за вчерашний день произошло 34 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 4 из них – пешеходы. Дорожные службы работают в усиленном режиме. На дороге выведено 67 машин и 127 рабочих. За ситуацией во дворах следят более 1300 рабочих. Используются 80 единиц техники. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни ситуация только ухудшится. Осадки не прекратятся, а температура понизится до минус 7. В Чебоксарах из-за ледяного дождя и сильной гололедицы 25 декабря меняется режим работы в школах. В начальных классах отменяются занятия, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Ученики средних и старших классов пойдут в школу по усмотрению родителей.